Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Цивилу 5. Так, и давайте сейчас обстреливать вот этих всяких линкоров, каперов и прочих фигуров. Вот, потому как все тут это. Так, зенитки давайте, о, апгрейд. Так, выбрать проект Хаббл готов. Что тут у нас этот самый? Медлаборатория, бомбоубежище, аэропорт. Ну, аэропорт нам не нужен. Ладно, давайте Манхэттен сделаем. Блин, здесь мои бедные разведчики, которые... Мы ж открыли всю карту. Так, бомберы. Ну, поехали. Бомбарбия Киргюду. Бомбарбия Киргюду. Бомбарбия Киргюду. Бомбарбия Киргюду. Бомбарбия Киргюду. Так, пехотинцы. Давайте муштра 3. И в деф. Рабочие в автодела. Так, вы давайте вылезайте с моря. Рабочие в автодела. Ученого сжечь. Ну, пока одного. Второго сожжем на следующий ход. Так, готова военная академия. Фабрику, естественно. Так, ты пойди там вон эту штуку обстреляй. О, тебя можно еще загрейзить. О, в танки! Теперь у меня танки есть. Мама дорогая. Танки это круто. Да шо, ты мирный договор? А хрена ты не хочешь? Не, ну он, кстати, обстреливает Персиполис, но ему его нечем взять, видите? Вот в чем дело. Ну, а сузы-фигузы мы, наверное, убьем. Сузы-фигузы мы убьем. Так, давайте сейчас займемся. Так, вы, ребята. Бумк, корабль готов. Поехали вот сюда станем. Так, без палева. Так, убили эту шляпу. Отлично. И вы ж можете подъехать, да? Эх ты, сузы, не запалишь их так просто. Так, вы, наверное, в деф. Кто может? Блин, мобильный ЗРК, там у них уже... Ха, ну тут... Подождите, тут... Мне надо как-то засветить город-то. Во, город засветили. Так, тут, кстати, аккуратно, потому что этот... А, я ж могу теперь по нему жахнуть, да? Ну, вот так вот, жахаем нормально. О, еще и этот самый. Еще мне такую пуху дали. Ну, туда ее уже тянуть смысла нет. Надо, наверное, ее уже тянуть. Я вот только не знаю, следующий Рим. Рим там что-то триндел на самом деле. Поэтому можно и к Риму подтянуть. Так, ученого прожечь. Нафиг. О, еще, бри, этот самый пехота. Пехота нам подойдет. Давайте сюда, в сторону Рима, подтягивайтесь. Так, фабрика готова, да? О, а здесь можно всякие... Давай он по-русски колосик. Мировой лидер. Ну, до мирового лидера нам еще далековато. Но делегатов мы отправляем. Так, хочу убить вот ту пушку, поэтому буду бить пушку. Все, пушка готова. Ну и все, поехали по городу фигачить. Если сейчас выживет вот этот вот пехотинец, то я думаю, мы на следующий ход его возьмем нафиг. Этот город. Хотя хз. Надо, наверное, вот этого еще тоже двигать. Ну, давайте смотреть. Выживет, не выживет. Кто-то Кремль построил. Да, выжил пехотинец. Все, сейчас этот город будет браться легко. А, ну у меня еще танкетки здесь были. Ими что же можно брать? Тогда вообще изи. Изи-пизи, лимон-сквизи.
Так, мировой лидер не избран. Поехали. Обстрел. Бум, шакалака, бич. Так, танкетки пока вейт. Давайте бомберы. О, одна дополнительная атака за ход. Раз. Двас. И раз. И двас. Пехотинец берешь? Ну, не уверен я, что он возьмет. Давайте еще разочек. Оп. И теперь уже спокойненько. Все, сузы-фигузы. Так, давайте посмотрим, что тут под чудесам. Универ, школа, здание. Чудес нету, есть только мечеть. Ну, мечеть нам нафиг не нужно. Поэтому разрушить его к чертям собачьим. Так, тут готова фабрика. Давай хренач на Вайнштайн. Но это я так, заказываю уже чудеса, как бы чисто, чтобы это... Так, тебя можно загрейдить, кого можно загрейдить, тех грейдим. Строительство МКС. О, а я хочу отменить этот самый запрет на редкие ресурсы, отменить, внести предложение. Вот, так, все, все в деф, ребятки, молодцы, все хорошо, война прошла. Те, кто не в деф, те едут в сторону Рима. Пойдем мы на Рим. Так, бомбардировщик, осада 3, тоже все в деф. Все, сейчас мы, значит, чинимся и идем на Рим. Идем на Рим воевать с Римом. Идем воевать с Римом. Правда, мне надо бы вот таких вот еще пушкарей побольше. РСЗОшек. Ну, мы сейчас в Ашур пересядем. Вот. Я имею в виду бомберов. Сейчас перегоним в Ашур. Так, бомберы все в хиле, чтобы этот... Так, пехотинец отхиленный. Соответственно, сюда бежать. РСЗО сюда. Танки немного дохлые. Рабочие в автомат. Пехотинцы в хил. Так, вы здесь на дежурстве. Вы уже на месте. Корован. Так, ну давай в Мекку. Пока это... В Мекку. Так, здесь нам надо заказать суд. А, ну мы этот город сжигаем. Правда, он 8 ходов будет сжигаться. Ну и нормально. Так, вы прибыли, да, на дежурство. А вам нету теперь места. Ну и сюда куда-нибудь. Все. А, да, надо мир с городом-государством заключить. Сейчас заключу. Это ж мы... Заключить мир. Все. Это ж он был союзником того этого чувака. Все, мир заключили. Отлично. Отлично. Так, ну Персиполис. Блин, чудес у нас теперь. Мы прям... А где чудеса? А чё, чудеса уничтожаются, что ли, когда я... А, не, не на месте. То я, видимо, на другой город нажал. Все, чудеса у нас вообще, все четко, круто. Так, а что мы, кстати, можем купить этот? Вон, монастырь. Давайте покупать монастыри, там что, где можно купить. Так, пехотинцы, а вы что тут стоите? Давайте вон сюда, в эту сторону. Так, бомбардировщики. Ну, давайте, наверное, перебаз сделаем сюда. Те, которые целые бомбардировщики, да? Ну и следующий ход. Чё, заняли место, что ли? Давай сюда едь, ёптить. А ты... А. Ну а ты давай сюда едь. Так, всё, более-менее. Блин, вроде городов больше становится, а денег нифига не больше становится. Караваны. Так у меня 9 из 9 караванов. Как я могу построить караваны? Ты шо? Я построил их 100 штук, но у меня их нельзя строить больше, чем их можно строить.
Их нельзя строить больше, чем их можно строить. Во, я объяснил. Вообще четко. Так, автоматическое распределение очков веры. Во, монастыри пусть покупают. Они же там что-то дают, правильно? Так, бомбардировщики захилились, полетели в Ашур. А, ты в Ашуре, да? Пока те, кто в Ашуре, те ничего не делают. Так, танки, танки, танки. Едем сюда. Все, следующий ход. Так, тут пацаны уже подтянулись. Ага, пехотинец этот, давай сюда. Кто чей ход? РСЗО. Ну, сюда подтягивайся. Че, в чем проблема-то? Так, а ты на дежурстве, все, ты уже приехала на эту самую, на точку правильную. Тыкс, вот сейчас этот самый, сейчас римлянин еще лучше стал. Вы теряете влияние на Флоренцию? Да как такое может быть? Так, можно принять институт, это хорошо. Что тут есть? Шпионы крадут, но это фигня вообще. О, плюс 3 к настроению от каждого суда. А, не, лучше затраты на содержание ресурсов. Ой, ресурсов, юнитов. Хотя там, кстати, немного скидка получилась. Давайте пересаживаемся все сюда. Так, это здесь, да? Ага, мобильный ЗРК. Давай, дуй сюда. Так, ты, наверное, переедь вот сюда. И на дежурство. Так, бомбардир, бомбардир, бомбардир. Ничего не делать. А тут бомбардир, что, не фуловый? Так, сюда перелети. А, так. Значит, ЗРКшки мы подводим сюда, чтобы они могли стрелять. Блин, танки встали, ну ладно. Давайте, давайте, давайте. Все прёмся сюда. Сейчас воевать будем, ёптить. Вон, тут сюда можно подойти вообще четко. Вообще огонь. Огонь вообще просто, песня. Блин, эти говноеды сюда стали. Ну ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Стали и стали. Значит, мы, наверное, идем, убиваем анций и захватываем Рим. А из Рима уже там Кумы, Неаполь, то уже фигня. Так, танки на дежурство. Бомбардировщики тоже ничего не делать. Этот самый, давай в Медину поехал. Так, тут пехота отрегенилась, да? Давай сюда, погнали, пехотинцы. Так, Манхэттен готов. Охапку дров, Манхэттен готов. Дайте Пентагон закажем. Чё бы нет. Вот. Так, а здесь вон военную базу можно, чтобы это, чтобы настроение было. Так, ладно, ты пока ничего не делай. Вы тут хорошо стоите, поэтому на дежурство. РСЗшка сюда понеслась. Все, отлично. Блин, а кстати, у него тут войск-то на самом деле так не слабо. Там еще так не слабо до этого. До... Ну, короче, войска у него сильные, много их. Но, с другой стороны, мы ж их тут снесем и не заметим, да? Ну, ладно, пока еще, как говорится, рано нападать. Давайте пока подъедем. Тут везде, где можно. Да, вот сюда подкатим, РСЗОшки наши все. Бомбардиры пока ничего не делайте.
Пехота тоже на дежурство. Так, тут, ну, бегите сюда, пехотинцы. Чё, в чем проблема? Все, сейчас пойдем на Рим. Пойдем на Рим. Рим сделал официальное заявление. Мы обосрались. К нам подходит шашлык, и мы обосрались. Вот такое заявление сделал Рим. Ну, в принципе, в его ситуации хорошее заявление сделал Рим. Так, ты этот, когда загоришь там, что-то у нас эти города, а тут все суд никак не построят, блин. Так, давай сюда подъезжаем РСЗОшкой. О, отлично, на дежурство встали. Так, бомберами ничего не делать. Вы тут... Не, можно, конечно, попробовать вот ту высоту, но нам нету смысла. Поэтому давайте пока тоже ничего не делайте. Единственное, я бы поменял местами вот так вот. Эти все-таки далеко стреляют, поэтому оно нормально. И вот тут, наверное, вот так вот я бы заменил местами. Во. Так, ты на дежурстве, на дежурстве, на дежурстве. Все, следующий ход. Ну, вон, пацаны подъехали уже еще. Так, ну и в принципе, я думаю, можно начинать объявлять войну Риму. Не, подождите, надо, чтобы те города разрушились и довольство, недовольство там спало. Поэтому пока еще рано объявлять войну Риму. Давайте. О, у нас еще эта штука прилетела. Ну, ни хрена ж себе. Вообще огонь тема. Просто мечта. Так, богатеи. Ля, у там у чувака 6 косарей. Слушай, я, наверное, пойду возьму этот самый твой. Твой деньгу. Так, куда мы ее будем ставить? Наверное, вот сюда я ее сейчас поставлю. И нормалек на дежурство. Так, бомбардиры ничего пока не делайте. Караван. Ну, в Дамаск. С ними я пока воевать не собираюсь. Так, мобильный ЗРК это какой? Это вот этот. Ну, пока мы встаем на дежурстве. Так, все, все на дежурстве. В принципе, мы готовы воевать с Римом. В принципе. Ох, хорошо ты свои ЗРКшки выставил. Я их тут нащелкаю. Но только пока еще рано. Вот ты их так и оставь. О, здесь через 3 хода будет построен суд. А этот город через 1 ход сгорит. И у нас резко восстановится довольство. Давайте, как довольство будет со ракет, мы тогда... О, еще ЗРК. Давайте куда-нибудь сюда, пусть как раз едет. Как довольство будет примерно со ракет, мы нападем на Рим. У нас сейчас 37. Сейчас нахоботим немножко и нападем на римлян. Рабочие работают, молодцы, красавчики вообще. Рабочие красавчики просто. Кстати, а почему уран мы не обработали? А, это не мои границы, они еще не доросли. Блин, долго они растут, я думал быстрее все будет. Ну ладно, хрен с ним. Так, сколько довольства? Довольство 37. Нужно изменить. Ну, на инженера копите. Так, направить эти исторические памятники. О, мы за отмену на хлопок. Как раз если сейчас пройдет, то наше довольство. Ну, в общем, все нормально будет. Если сейчас пройдет эта шняга. Так, сейчас тут суд поставят, и у нас, по идее, 40 будет, потому что отсюда там сколько-то тоже идет довольство. Насколько я помню. Сейчас. Сейчас все будет огонь. Огонь просто будет. Все. О, отмена хлопка, все, у нас 47 стало.
Все, можно спокойно объявлять войну, я думаю, Риму и не париться. Рим, а как насчет вино и соль? Это неприемлемо. Война! Война! Все, иди в очко, скотина. Блин, у нас торговые пути разграбились, ну ничего. Выбрать проект, а как насчет этого каравана? Во, караван построим пока. Так, бомберы. Так, это вот так выгодно. Так, ЗРК нам надо снять, поэтому мы его сейчас обстреляем. Можно, конечно, своим ЗРК, но... Ну, вот этих особого смысла нету. Давайте, наверное, добьем. Обстреляем ЗРК. Тут продвинемся сразу всеми. Можно напасть на вот этих вот чуть-чуть. Ну, к городу прямо я не хочу приезжать, поэтому вот так вот пока. Так, теперь настало время славных бомбардировщиков. Я вот только не знаю. Ого! ЗРК стоит там в замке. Блеха-муха. Там в замке стоит ЗРК. Блин, мы просрали бомбардировщика. А правило шашлыка гласит, если ты просрал бомбардировщика, то купи два. Вот такое правило шашлыка. Так, танками добиваем этих. Ты пока нифига не делай. Так, вот этими пехотинцами, наверное, надо подходить куда-нибудь сюда. Или около того. И вот еще ЗРК, поехали сюда. Ну, пока ничего не делай. Все, следующий ход. Да, не обратил внимания я на то, что там у бомбардировщиков этот. Так, что-то он убил мою пехоту. Прилетели туда эти говнюки. Ну ничего. Сейчас, он главное, что вывел ЗРК, я теперь могу его расхренячить. О, а тут мои союзники фигарят, красава как манду. Вы еще вот здесь кумам пиздюлей дайте. Так, ладненько, давайте мы на этом тогда этот выпуск закончим. Всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.